Россия проводит военные учения в Приднестровье. Министерство иностранных дел Молдовы выражает возмущение в связи с военными учениями российских военных, которые начались на территории Приднестровья. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы выражает возмущение в связи с проведением очередных военных учений на территории Приднестровья военнослужащими РФ. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, сообщает Укринформ. Согласно опубликованной на сайте Министерства обороны РФ информации, дислоцированная в Приднестровском регионе Молдовы оперативная группа российских войск вновь проводит военные учения, цель которых формулируется как борьба с терроризмом и уничтожение условного противника, использующего оружие массового уничтожения. МИД выражает недоумение и возмущение провокационным поведением незаконно расквартированных в регионе российских войск. Обеспокоенность молдавских властей вызвана тем, что в этих учениях принимают участие силовые структуры непризнанного Приднестровья, говорится в сообщении. В обращении подчеркивается, что МИД Молдовы категорически осуждает подобные действия, которые напрямую угрожают суверенитету и территориальной целостности государства. Во внешнеполитическом ведомстве Молдовы напоминают об обязательствах РФ по выводу своих войск и вооружения с территории страны в соответствии с подписанным еще в 1992 году соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре. Ранее сообщалось, что власти Молдовы собираются нанять международную юридическую фирму, чтобы оценить ущерб от оккупации Приднестровья российскими силами. По материалам сайта newsgro.com.